Қанша 50 компьютер бар мысалы? Иә, 50 компьютер бар. Сіздер о 50-дің 15-ін ғана тіркегенсіздер салып отырсыңдар. 35-і тіркеуде жоқ. Визитеров в строгих костюмах в этом компьютерном клубе сегодня явно не ждали. Причем разыскивают мужчины здесь не припозднившихся детей, а незарегистрированную технику. Как оказалось, предприниматель установил в зале 50 компьютеров, однако в налоговых органах утверждал, что работают лишь 15. В районе 10 компьютеров работает. 10 компьютеров? Да. Двое на ремонте, остальные тоже на ремонте. А сколько месяцев работаете? Не знаю, я новый сотрудник. А это уже второй пункт проверки. Снова компьютерный клуб. Работают здесь круглосуточно. Посетители за час виртуальной игры платят по 1000 тенге. Компьютеров и здесь полный зал, но ни один из них не зарегистрирован. Мы уже сегодня второй раз приходим к вам с разъяснением. Да? Уже мы до этого вас предупреждали. Курс поставили. Да. Мы уже, если в течение 3 суток не поставите, соответственно, мы проверку открываем на ваш компьютерный клуб и будем изымать все компьютерные. А в эту гостиницу налоговики утром уже звонили. Однако представились обычными посетителями. По телефону им обещали, что здесь можно будет поиграть и в бильярд. Хотя игровые столы в фискальных органах не зарегистрированы. Не работаем, доход нам бильярд не приносит. Вы же видите все сами. Если бы сейчас посетители отсюда выбегали, это было бы уже другое дело. Но видите же, никого здесь нет и не работаем мы. В целом, согласно закону, владельцы компьютерных клубов должны регистрировать в налоговых органах каждую единицу техники. То есть за компьютер в месяц предприниматель должен вносить в казну по 9 тысяч тенге, а за бильярдный стол почти 57 тысяч. Некоторые компьютеры, да, в целях уклонения, они специально не осуществляют постановку налоговых органов и тем самым избегают уплаты налога. А некоторые налогоплательщики частично регистрируют. В целом с начала года бильярдные, боулинг-центры и компьютерные клубы Миделского района пополнили городскую казну почти на 40 миллионов тенге. Налоговики считают, что доходов станет в разы больше после того, как предприниматели поставят на учет каждый компьютер и бильярдный стол, приносящий доход. Алтыншаш Смагулова, Влад Шишко, телеканал Алматы.